Сегодня из Карачаево-Черкесии в Луганскую Народную Республику отправился груз со школьными принадлежностями. В рамках соглашения, заключенного с руководством Старобильского района ЛНР, Карачаево-Черкесия оказывает всестороннюю помощь подшефной территории нового российского региона. На этот раз в груз вошли ранцы для первоклашек, канцелярские принадлежности, а также баннеры и стенды для успешного образовательного процесса. Все необходимое было собрано в здании Республиканского института повышения квалификации работников образования для последующей отправки школьникам Луганской Народной Республики. По поручению главы Карачаево-Черкесской Республики мы сегодня отправляем школьные ранцы. Это в количестве 300 штук, плюс к этому еще баннеры, стенды для 24 общеобразовательных организаций. В рамках соглашения мы сотрудничаем с коллегами. По их обращениям мы всегда помогаем.